Всем привет, с вами я, Ромашка Булай. Сегодня я вам расскажу про такого персонажа, как Титан Камерамен, когда он появлялся. Ну а мы начинаем. Биография. Титан Камерамен – колоссальный механический киборг, созданный Альянсом, унаследованный преимуществом как от камер, так и от спикеров, для борьбы со скибидистами на значительном уровне. По мере развития серии, Титан впоследствии будет получать дополнительное жизненно важное обновление. Бой и способности. Титан обладает обширными боевыми навыками, полученными благодаря преимуществу Титана. Кроме того, использование его мощного реактора основной линзы позволяет испускать мощную светошумовую гранату или тепловой взрыв, который эффективно поддерживает туалеты скибиди. Камерамен Титан также может похвастаться способностью запускать из пальца взрывную энергетическую сферу, что было продемонстрировано во время его пробывания в секретной лаборатории, а именно более конкретно показано в эпизоде 23. Появление. Титан Камерамен появлялся в эпизодах 18, 19, 20, 23, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 63, 64 и 65, где был уничтожен. Мелочи. Обновления коснулись 9 сезонов, или же 27 серий. В эпизод 19, после того, как Титан смывает первую голову из туалета тройного гиганта Скибиди, его правое ухо, которое представляет собой откидной ЖК-экран, разрушается второй головой. После победы над тройным гигантским Скибиди-унитазом вы можете заметить, как он двигает левым ухом, реагируя на полученный урон. Камерамен Титан – первый оператор, получивший аплодисменты от ПОВ-оператора. Серия 19. А на этом моменте видео заканчивается. Подписывайтесь, ставьте лайки и заходите в мой телеграм-канал. Ссылка в описании. Ой, я болею.